Сейчас к дорожной теме. В Твери на проспекте Победы изменили схему дорожного движения. От Волоколамского проспекта до площади Терешковой нанесена новая разметка. Теперь перед площадью Терешковой и перед Волоколамским проспектом организовано по два ряда для поворота налево. На пересечении проспекта с улицей 15 лет октября организовано по три ряда для движения. Один из них для поворота налево. Дополнительные ряды появились на месте демонтированных трамвайных путей. На остальных участках движение осуществляется в два ряда. А встречные потоки разграничили разделительной полосой. Теперь закрыты левые повороты на перекрестках с улицами Терещенко, Богданова и Песчаные. Налево нельзя повернуть ни в один из дворов, а выехать с указанных улиц и прилегающих территорий возможно только повернув направо.